Приветствую вас, дорогие мои водолеи! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня мы с вами рассмотрим любовный прогноз на апрель 2019 года. Так сказать, узнаем, какие новости принес нам Купидон на этот период. Что там будет у нас на любовном фронте. Ну, вначале я сделаю небольшое объявление. Друзья мои, на моем канале сейчас идет выпуск китайского восточного гороскопа на 2019 год. Сделала я его на картах Таро. Так что, кому интересно узнать, что ждет вас в год свиньи кабана 2019 года, заходите на мой канал, смотрите, слушайте и, как говорится, получайте информацию. Ну, а теперь мы вернемся к нашим любовным делам в апреле. Итак, расклад у меня состоит из двух частей. Левая часть – это события для тех, кто имеет пару. Правая часть – события для тех, кто свободен или находится в поиске. Начнем с левой стороны. Для тех, кто имеет пару. Что у нас на события выпало? Выпали у нас карты шестерка мечей и семерка жезлов. Не исключено, уважаемые водолеи, что какие-то обстоятельства могут заставить вас расстаться с вашим партнером. Но это, скорее всего, будет временное расставание. Это может быть связано с работой или с какими-то семейными делами. Но может у кого-то и с конфликтом. Также есть вероятность вмешательства в ваши отношения со стороны знакомых, родственников, а то и даже вмешательства ваших соперников или соперниц. Так что, если такая угроза вдруг появится на горизонте, постарайтесь не поддаваться на провокации. Это только будет на руку вашим конкурентам, но вряд ли принесет вам какую-то пользу. Ну, лучше спокойно проанализируйте то, что происходит, проанализируйте ситуацию, а потом уж принимайте решение. В общем, держите под контролем, если что вдруг, не дай бог, конечно. И корректируйте эти события по мере необходимости, естественно, в своих интересах. Что за совет вам дает Таро на апрель месяц в этой сфере? Вот здесь у нас выпала двойка чаш. Карта, друзья, советует, если вы хотите быть вместе со своей половинкой, говорите ей об этом почаще. Не скрывайте свою любовь, проявляйте заботу, уважение. Старайтесь в спорных ситуациях находить какую-то золотую середину. Ну, ведь разбить чашку всегда легко, правда ведь? А вот склеить ее потом без трещин, ну, невозможно. Вот такой прогноз небольшой для вас, дорогие водолеи, имеющие партнеру. Идем дальше. Свободные водолеи. Какие события вас ожидают? Здесь у нас выпал рыцарь пентаклей и дама жезлов. Ну, не исключено, друзья, что в апреле в вашу личную жизнь вмешается какая-то дама. Она может вам посодействовать, может вольно или невольно, в знакомстве с новым партнером. Или другой вариант. Эта дама своими энергичными действиями или просто своей энергией заставит вас вылезти из своей норки. Заставит вас выйти на тропу поиска своего счастья. А может, что-то у вас внутри щелкнет и зажжется факелочек, появится желание, силы, оптимизм, вера в то, что у вас в апреле все сложится замечательно. И такая, кстати, вероятность действительно есть. У вас может появиться поклонник. Хоть он будет и неторопливый на брак, но солидный, серьезный, и на будущее с ним есть перспектива. Что же вам советуют карты Таро на апрель в любовных ваших делах, в личной жизни? Здесь у нас выпала карта Император. А Таро советует: не торопите события, дорогие мои, не торопите. Будьте спокойны, уверены, сохраняйте контроль над ситуацией. А еще лучше управляйте своей личной жизнью. И не допускайте давления на себя.
а уж тем более диктаторского отношения к себе. И тогда все у вас будет замечательно. Вот такой прогноз основных событий. Далее вам карты Таро. Вот. Не забывайте, что это общий прогноз, а не индивидуальный. Если у вас появится желание заказать личный, пишите мне на мою электронную почту. Ну, а напоследок, как всегда, дорогие мои, хочу вам пожелать взаимной любви, взаимопонимания, надежного, верного партнера и вообще счастья, любви. Дарите друг другу радость, и все будет просто замечательно. До новых встреч, дорогие мои, до новых встреч на моем канале.